Здравствуй, мой дорогой зритель! Рада приветствовать тебя на своем канале. Если тебе интересны интернет-технологии и блокчейн, то советую тебе подписаться на мой канал. Здесь ты найдешь свежие видеообзоры на различные перспективные криптопроекты. А именно в этом видео я расскажу о проекте Yoda X. Включайся! Очень редко можно встретить действительно стоящие проекты с инвестициями. И, конечно же, с появлением криптовалюты и блокчейна можно чаще увидеть мошеннические проекты, которые лишь прикрываются навороченной технологией блокчейн. И вот с такими проектами я, к сожалению, имела дело и не раз, так что жалеть о потраченных мною средствах мне приходилось довольно-таки часто. Но, как это обычно бывает, с временем приходит опыт, а с ним уже и умение разбираться в финансовых проектах. И не зря я начала видео с небольшого рассказа о себе, так как немного хотела раскрыть свою биографию и познакомить вас со своим опытом более подробнее. Но речь пойдет, конечно же, не обо мне, а о проекте, с которым вы уже наверняка знакомы – Yoda X. Yoda X – это проект, созданный опытной командой, который на примере своей собственной монеты в предыдущем проекте выявили все возможные минусы и создали новый усовершенствованный проект. Цель монеты – объединить все плюсы существующей криптоэкономики и позволить каждому человеку в повседневной жизни без каких-либо усилий использовать все возможности технологии блокчейн, которая уже окутала весь мир. Зачем я инвестировала в этот проект? Конечно же, этот вопрос может возникнуть у многих из вас, и я думаю, что ответ будет более банальным – заработать. Отчасти это так, но не совсем. С одной стороны, я хотела получить определенную прибыль, но есть и другая сторона. Мне стало интересно, получится ли у разработчиков все то, что они запланировали. Таким образом, помимо финансовой выгоды, я хочу, чтобы проект не только исправно работал, но и улучшался с каждым днем, реализовывал свои идеи и тому подобное. И судя по тем событиям, которые происходят у данного проекта, команда с этим хорошо справляется. Были ли у меня сомнения насчет этого проекта? Несомненно. Конечно же, невозможно доверять абсолютно любому проекту на все 100%. Во-первых, планы проекта показались мне на первый взгляд сложными для реализации, так как для этого нужны деньги, много денег, сильная команда и грамотный руководитель. Во-вторых, мне не очень понравился тот факт, что сайт перевели только на два языка – это русский и английский. Конечно же, почти весь мир говорит на английском языке, но мне как-то более спокойнее, когда сайт переведен на несколько других языков, чтобы было более доступным. Я надеюсь, команда прислушается к моим словам и все-таки переведет сайт на другие языки. Также стоит отметить, что внутренняя криптовалюта данной платформы уже торгуется на трех криптовалютных биржах. Также есть отдельные чаты, где можно купить или продать токены Yoda X. Важно отметить, что данные чаты полностью разрешены администрацией, так что здесь никаких проблем возникать не должно и обязательно пользуйтесь гарантом. Одной из причин, по которой я инвестировала в данный проект, это сама криптовалюта Yoda. Ведь если команда создала собственную монету и потратила на это кучу времени и сил, то риск закрытия такого проекта сводится к минимуму. Кроме того, по поведению монеты можно наблюдать за успехом проекта. И еще хочу отметить, что данная криптовалюта торгуется сейчас по $1 за один токен Yoda. И я считаю, что это неплохой результат. И именно это мне и понравилось в данной криптовалюте. При всем при этом, концепция использования Yoda X подразумевает не только использование данной криптовалюты как платежного средства, но еще она подразумевает удовлетворение потребностей общества в приобретении физических товаров и услуг в сферах P2P и B2P. А еще криптовалютный банк Yoda X создает внутреннюю систему кредитования, криптовалютного инвестирования, страхования, а также позволит всем ее держателям активно участвовать в трейдинговой деятельности компании. Yoda X является двухуровневой. Сеть состоит из первого уровня стейкинга, в котором все держатели Yoda X могут участвовать в стейкинге от 100 токенов Yoda X. И из второго уровня мастерноды. Коллективный стейкинг – это уникальная разработка Yoda X. Он позволяет регулировать объем добываемых монет путем использования коллективных алгоритмов,
добычи монет и распределения по всем держателям, начиная от 100 монет YODA-X. Данный инструмент направлен на обеспечение ликвидности монеты при использовании ее на торговых площадках YODA-X Market. Усложнение добычи монет будет осуществляться при достижении необходимого блока и регулировать доходность, тем самым обеспечивая ликвидность монеты на биржах и YODA-X Market. Доходность майнинга определяется тремя переменными: количеством монет на кошельке, коэффициентом времени хранения монеты и коэффициентом объема структуры. Как известно, все бизнесмены любят цифры, и я в том числе. Так давайте же посмотрим более подробно о результатах, которые можно получить от инвестиций в данный проект. На официальном сайте данного проекта вы можете найти всю подробную информацию об этом. Как мы видим, если у пользователя есть 100 монет YODA-X, то в месяц он получает 11%, а значит 11 монет. А если уже считать по нынешнему курсу, то это $11. Если вы инвестируете 1000 монет, то процент составляет 10% и так далее. Также на сайте вы можете воспользоваться специальным калькулятором, с помощью которого вы можете просчитать ваш доход при инвестиции любого количества монет. Что касается моих инвестиций, то на данный момент у меня 100 с лишним монет. Я уже планирую приобрести еще монет, но уже на криптовалютной бирже. Проект также имеет свою белую бумагу, в которой вы можете более подробно разобраться о доходе. Я настоятельно рекомендую изучить полностью данный документ, так как он написан на довольно-таки понятном языке. Для того, чтобы присоединиться к данному проекту, вам необходимо пройти простую регистрацию, которая состоит из имейла, пароля, подтверждения пароля, капчи и подтверждения пользовательского соглашения. Ну что ж, на этом моменте я хотела бы завершить данное видео. Спасибо, что досмотрели его до конца. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться на мой канал. Всю необходимую информацию по поводу этого проекта вы можете найти на сайте проекта и в технической документации, как я уже ранее говорила. А за новостями проекта вы можете следить в социальных медиа, ссылки на них я также оставлю в описании. Увидимся в следующем обзоре. Пока-пока!